утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Сейчас моя Бусечка сядет в эту машину и поедет. Хорошо? Да где же она? А ты что ищешь, Зубок? Да не могу свою любимую книжку найти. Может, ее кто-нибудь взял почитать? Не знаю, вряд ли. Я ее никому не давал. Ну тогда она здесь где-нибудь. Может быть, завалилась куда? Да как завалилась-то? Как, что ты? Я ее всегда аккуратно на место ставлю. Успокойся, Зубок, ну найдется твоя книжка. Да я все обыскал. Моя любимая, там про рыцарей, замки. Так ты эту книжку ищешь. А что? Ты ее видела? Зубок, прости меня, пожалуйста. Дело в том, что я ее Веснушке дала почитать. Ей эта книжка очень понравилась. Как понравилась? Странно. Неужели Веснушка тоже интересуется рыцарями? Никогда бы не подумал. Да ты не переживай. Веснушка эту книжку сегодня обещала вернуть. Это очень хорошо. Я как раз хотел одного рыцаря в альбом перерисовать. Да подожди, Веснушка скоро придет. Ой, Шунечка, я не люблю ждать. Пойду-ка я пока Енотычу помогу. Угу. Да, пора бы Веснушке уже прийти. Где же она? Вот так. Здравствуй, Шуня! Привет, Веснушка! Возвращаю тебе книжку. Большое спасибо. Да не мне спасибо, Зубку. Он уже знает, что ты его книжку читала. И все удивлялся, что тебе в ней понравилось. Неужели рыцари? Ой, ну конечно нет. Рыцари — это для мальчиков. Но зато в этой книжке такие красивые рисунки принцесс. Принцесс? Да. Разных принцесс в старинных платьях. Ой, они все цветные, эти платья нарядные. Ой, мне так понравились. Я даже вырезала несколько рисунков. Вот. Что? Что ты сделала? Вырезала на память. Вот. Ой, когда Зубок об этом узнает, он очень рассердится. Да не рассердится. Ты ведь сама сказала, что Зубку нужны только рыцари. Угу. Вот видишь, а я вырезала только рисунки принцессы. Вот. Ой, но все равно мне кажется, что Зубок расстроится. Ерунда. Ему все объясню. Привет, Веснушка. Зубок, здравствуй. А я тебе книжку принесла. Вот она. Вот здорово! Ух ты, спасибо тебе! Только понимаешь, Зубок, я немножко повырезала картинки с принцессами. Тебе ведь принцессы не нужны, да? Что? Зубок, что это? Зубок, ты только не волнуйся! Вся страница изрезана! Я же только принцесс! А на другой стороне был рисунок замка. Ну вот что же ты наделала? Я ведь не знала. Прости меня, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Какие-то вы грустные. Видимо, у вас тут что-то произошло. Большая неприятность. Я виновата. А ты почему молчишь, Зубок? О, да ты совсем расстроен. Ну-ка выкладывайте, что у вас тут приключилось? Мне Шуня книжку дала почитать. А книжка Зубка. Он ее очень любит, эту книжку. Вот она, видите? Так, вижу. И почему-то она вся изрезана. Это я. Я нечаянно. То есть специально. Я только принцесс вырезала и не хотела Зубка огорчать. Моя любимая книжечка. Да я тоже виновата. У Зубка не спросила. Ну вот как ты могла так поступить, а? Ну как? Мне очень хотелось эти рисунки у себя оставить. Я думала про принцессу Зубку, неинтересно. Между прочим, Веснушка, мне в этой книжке все интересно. Ну, конечно, про рыцарей и замки больше, чем про принцесс.
А книжка теперь испорчена. Веснушка, вырезать рисунки из книг ни в коем случае нельзя. Я не подумала. Эх, книжку испортила и Зубка расстроила. Ситуация непростая. Но я думаю, из нее выход есть. Да? Правда? Какой? Мы возьмем тонкую бумагу, аккуратненько приклеим ее с одной стороны. Так. А с другой вклеим рисунки. Ух ты! Антон, а ты поможешь? Конечно. Работа непростая, но, думаю, мы справимся. Зубок, а ты меня уже простил? Ну, знаешь, Веснушка, ты ведь не подумала, да? Зубок у нас отходчивый, молодчина. Веснушка, конечно, он тебя простил. Но крепко-накрепко запомните. Брать чужие вещи без разрешения ни в коем случае нельзя. И уж тем более нельзя их портить. Да я все поняла! Правда! Зубок, обещаю, что подарю тебе на день рождения или даже раньше какой-нибудь красивый альбом про старинные замки. Мы вместе подарим! Правильно! А теперь давайте прощаться с ребятами. До свидания, мальчики и девочки! До свидания, ребята! Увидимся в Шишкином лесу! Всего вам доброго, друзья! Ангела-хранителя! Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день приходит к нам.